Еженедельно районный музей легенды Седого Иртыша открывает новые выставки. Чаще всего это индивидуальные работы. Сегодня же впервые мы можем наблюдать семейные экспонаты. Семья Воинковых не совсем обычная, причем в хорошем смысле слова. У Светланы не один и даже не два ребенка. Большая дружная семья увлекается творчеством. Кто-то рисует, кто-то лепит из глины, кто-то вышивает. В общем, никто не сидит на месте. Ежедневно копившаяся домашняя коллекция требовала должного внимания. Вот и пришла идея организовать семейную выставку, которую мы можем наблюдать уже сегодня. Ну, здесь очень большое разнообразие. Это изделия из бисера. Она больше хочет показать не красоту вот бисера, не игру бисера, а именно, вот, допустим, ствол, корни деревьев. Вот именно саму красоту деревьев она пытается показать. Также здесь представлены изделия из яичной скорлупы, изделия из бумаги, из пластика, который она запекает. Ну, также рисунки представлены. Особенно хочется отметить кукол-младенцев из запекаемого пластика со взглядом живого грудничка. Глаза, волосы, детские морщинки на ручках и ножках, мельчайшие детали в буквальном смысле оживляют их. Несомненно, особое внимание привлекает коллекция матрешек. Барышни, сделанные из бумаги, украшенные бисером и жемчугом.